Здравствуйте, меня зовут Элина. Вам нравится такая колбасная розочка? Сейчас я покажу, как ее легко сделать. Идея эта не моя. Я подсмотрела ее у одного фудблогера. Она выпекала хворост, собирая его по принципу розочки. И решила, что из колбасы тоже получится цветок. Сначала я взяла сырокопченую колбасу с крупным жирком и нарезала самостоятельно. Но тоненькие кусочки у меня не получились. И жир был слишком крупный, и при загибании лепестков отделялся от мяса и торчал. Поэтому я купила в магазине уже готовую сервировочную нарезку сырокопченой колбасы с мелким жирком, и она не такая твердая. Колбаса нарезана очень тоненько, и кусочки гибкие. Диаметр каждого кусочка 5 сантиметров. Лепестков у моей розочки будет 6, поэтому я беру 6 кружочков колбасы. Чтобы собрать розочку, я беру рюмку диаметром 4 сантиметра. Первый кружок я укладываю так, чтобы большая его часть была внутри рюмки, а меньшая снаружи, и загибаю внутрь рюмки. Вот так. Теперь беру следующий кусочек и кладу его внахлёст на первый, по тому же самому принципу. Меньшая часть снаружи, большая внутри. И поступаю точно так же со всеми остальными кружочками колбасы. Теперь вдавливаю колбаску внутрь рюмки, а краешки, которые остались снаружи, загибаю вот таким образом и придерживаю рукой. Вот так. Тогда они приобретут нужный изгиб. Все, теперь можно доставать цветочек. Вот такая розочка в итоге получается. Ею можно украшать колбасную нарезку или какую-нибудь другую закуску. Розочка легко перемещается. При этом она не теряет форму. А если вам понравился такой способ формирования розочки из колбасы, то с вас лайк, подписка и колокольчик. А на моем канале вы найдете много разнообразных рецептов простых и вкусных блюд.